Здравствуйте, я Антон Деркач. Вы смотрите новую видеолекцию, в которой расскажу вам о стволовых клетках. Как вы знаете, организм человека состоит из клеток. Большинство клеток после ряда делений погибает путем апоптоза. И лишь небольшое количество клеток обладает способностью неограниченно делиться. Именно эти клетки называются стволовыми. Ежедневно в организме человека более миллиарда клеток погибает. Поддерживать количество клеток на относительно постоянном уровне помогают именно стволовые клетки. Ученые-медики научились выделять стволовые клетки из организма человека, помещать их на питательные среды, выращивать большие популяции стволовых клеток и вводить их в организм пациента. Интересно то, что организм не отторгает эти клетки, а принимает их, так как они не чужеродные, а свои собственные. Было замечено, что стволовые клетки обладают способностью устремляться в очаги поражения, накапливаться там в большом количестве и дифференцироваться в клетки этих тканей и органов, таким образом способствуя их регенерации и восстановлению. Но не все клетки одинаково полезны. Например, эмбриональные стволовые клетки, будучи введенные в организм человека, часто приводят к возникновению раковых опухолей. Стволовые клетки взрослых людей также бывают разные. И именно мезенхимные стволовые клетки показали наилучшие терапевтические результаты. В результате клинических исследований было обнаружено, что при инфаркте миокарда мезенхимные стволовые клетки устремляются в очаг поражения, дифференцируются в кардиомиоциты, и пораженный участок миокарда частично восстанавливает свою функцию. Также мезенхимные стволовые клетки показали хорошие результаты при лечении демиелинизирующего заболевания нервной системы рассеянного склероза. Изучение стволовых клеток продолжается, и в будущем мы сможем лечить с их помощью многие заболевания, кроме рассеянного склероза и многих сердечно-сосудистых заболеваний, которые доступны для лечения уже сейчас. Комментарии и вопросы оставляйте под видео. С вами был Антон Деркач. Спасибо за внимание.